Без беготни, бумажной волокиты и очередей. В Кызылорде прошла первая ярмарка госуслуг. Организатор ярмарки – департамент по делам госслужбы. На ярмарке были собраны вместе все ведомства, которые предоставляют наиболее востребованные госуслуги. Возможность подать заявление и на месте оформить необходимые документы получили жители поселка Титово. За консультацией к специалистам обратились больше сотни посетителей. Среди частых вопросов – как поставить ребенка в очередь в детский сад, стать пользователем портала электронного правительства, оформить пенсию и пособие, получить льготное жилье и земельный участок. По словам организаторов, ярмарка будет носить регулярный характер. Я пришла по поводу справки, обратилась в городской отдел архитектуры и градостроительства. Очень удобно, так как тут собрались несколько организаций, и по всему городу не стоит бегать. Подобные мероприятия проводятся в регионе впервые. Главная ее цель – снижение административных барьеров. Для оказания консультативно-методической помощи пригласили специалистов из разных сфер. Для удобства населения до конца года планируем провести ярмарки для жителей новых городских микрорайонов и за линейной части Кызылорды.